том, что Бобруйск – город для жизни, не понаслышке знают не то чтобы сами жители, а все белорусы. Именно здесь рождаются олимпийские чемпионы, создаются известные на всех континентах бренды и сплетаются воедино нити культуры народов всего мира. Казалось бы, маленькая точка на карте, но такая большая фигура в жизни всей страны. 2019-й войдет в историю города как год, богатый на события и достижения. Сразу несколько промгигантов Бобруйска отмечают солидные юбилеи. «Фандок» празднует 90-летие. В честь круглой даты завод преподносит себе и всему городу подарок – торгово-выставочный центр. В нем представлена вся линейка мебели и, что самое главное, из экологически чистых материалов. Тем временем Бобруйск Агромашу исполняется вдвое меньше. За эти годы промышленный гигант испытывает и взлеты, и падения. Однако сегодня это одно из крупнейших предприятий машиностроительной отрасли города, области и страны, которое производит знаменитую на весь мир сельскохозяйственную технику. А это более 80 наименований агромашин и приспособлений. В день рождения города, 29 июня, свои двери распахивают два новых объекта. На Комсомольской, 30, открывается современное здание БТИ. Это порядка 3000 квадратных метров комфортных кабинетов и залов ожидания. По адресу Бахарова, 145, перерезают красную ленту логистического центра «Красного пищевика». Помещение площадью в 2300 квадратных метров и высотой почти в 7 этажей вмещает в себя продукцию в объеме 1600 тонн. Причем не только собственного производства, но и коммунарки, слодыча и «Спартака». Отсюда готовые изделия отправляются в розничную сеть по регионам Беларуси и России. К слову о географии поставок. В 2019-м продукция с лейблом «Made in Бобруйск» экспортируется в 74 страны мира. Открываются границы 28 новых перспективных государств, в их числе Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Босния и Герцеговина, Исландия и Йемен. Возрастают поставки и в страны Европейского Союза. В частности, это Литва, Нидерланды, Польша, Болгария, Германия и Румыния. Самыми востребованными по-прежнему остаются наши шины, малогабаритные тракторы, сельхозмашины и механизмы, центробежные насосы, мебель, изделия из древесины и продукты питания. В числе лидирующих создателей брендов – Бобруйск Агромаш, Лехпромразвитие, Бобруйский Бровар, Фандок и Славянка, Бобруйский машиностроительный завод. Город делает скачок и в экспорте услуг – плюс 50% к показателю 2018-го. В рейтинге самых топовых – транспортные, строительные и туристические. Развивается малый и средний бизнес. На 1 января 2020-го в городе фиксируют 1425 таких организаций и более 5300 индивидуальных предпринимателей. А это, как известно, новые рабочие места и больше возможностей для самих жителей города. За год на новые вакансии трудоустраивают свыше 1000 человек. При этом уровень безработицы падает, становится меньше, чем в 2018-м. Создание новых предприятий и производств, строительство и реконструкция объектов инфраструктуры открывают новые перспективы для развития экономики. В течение прошлого года в основной капитал из различных источников финансирования на реализацию инвестиционных проектов направляют 187 миллионов рублей. Богат на события, открытия и сенсации в социальной сфере. В городе начинают работу ультрасовременные медицинские кабинеты, вручают ключи от новеньких квартир многодетным семьям и создают все условия для достойного образования детей. Именно в Бобруйске первый в области появляется долгожданный STEM-центр в третьей гимназии. Инновационный класс открывает школьникам мир технологий. Не проходит полгода, как юные айтишники показывают впечатляющий результат в робототехнике, программировании и 3D-моделировании. Дети Бобруйска создают умные машины, полезные приложения и развивающие компьютерные игры, которые известны далеко за пределами города. Год
год стал насыщенным и в медицинской сфере. На базе центральной больницы и онкодиспансера открываются современные кабинеты. Медтехника пополняется аппаратами МРТ, компьютерной томографии, маммографом. А это дает не только больше возможностей для самих специалистов, но и, главное, экономит каждую секунду, которая бесценна в экстренных ситуациях, когда речь идет о здоровье и жизни граждан. Немало делается и в информатизации отрасли. Закуплены компьютеры и специальные программы, которые позволяют минимизировать время обслуживания пациентов и облегчить работу медиков. Эти 365 дней становятся плодотворными и для строителей. Главной для них площадкой остается микрорайон номер 7. Большая часть новоселов – семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, сироты и многодетные, те, кто строится с господдержкой. На просторах Бобруйска за год возводят без малого 66 300 квадратных метров жилья. Это частные дома и 15 многоэтажек. Кроме того, в декабре вводят в эксплуатацию коттедж общей площадью 246 квадратных метров для семьи, которая воспитывает детей-сирот. Плюс ко всему, 223 многодетных семьи въезжают в 253 новенькие квартиры. Между тем, самым топовым по-прежнему остается строительство двух социальных объектов. Это дошкольные учреждения в 7-м микрорайоне и реконструкция детской больницы. Если говорить о малышах, то по плану детсад, который рассчитан на 240 мест, распахнет свои двери к концу 2020-го. Ну а самый обсуждаемый объект – детская больница – примет маленьких пациентов уже летом нынешнего года. «2019-й – насыщенный на победы и для наших самбистов, борцов и гребцов. Вот и главный старт сезона, вторые Европейские игры пополняют городскую копилку наград 5 медалями. Столько же наших спортсменов выполнили квалификационные нормативы для участия в летних Олимпийских играх 2020 в Токио. 19-й Бобруйск запоминает и благодаря клубу «Белшина», который спустя 3 года возвращается в элиту белорусского футбола. Главным культурным событием лета становится 15-й юбилейный фестиваль народного творчества «Венок дружбы». Грузия и Литва, Куба и Корея, Россия и Молдова. В списке участников больше десятка стран. Многообразие самобытных культур на протяжении нескольких дней артисты презентуют как на сцене ледовой арены, так и на площадках города. В августе Бобруйск открывает для себя и новую архитектурную жемчужину. Еврейский дворик или музей под открытым небом по достоинству оценивают не только жители города, но и приезжие. Бобруйск – точка притяжения туристов, малая родина известных артистов и площадка для развития перспективной молодежи. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Ведь здесь есть все для того, чтобы жить, творить и любить.